Ученые в погонах, эксперты-криминалисты МВД отмечают профессиональный праздник. Новый взгляд на классику актеры студии «Луч и Балаганчик» показали зрителям «Капитанскую дочку» в современном прочтении. Вдохновение города, поэты и прозаики представили свои произведения на литературном квартирнике. Сегодня эксперты-криминалисты отмечают свой профессиональный праздник. Их работа сложная и очень кропотливая, порой требующая творческого подхода и нестандартного мышления. О тонкостях профессии криминалисты рассказали ученикам второй школы. Что такое криминалистика, во-первых, хотела бы сказать. Во-первых, это наука. Школьники слушают гостей, затаив дыхание. О такой профессии они знают разве что из сериалов. А тут не киношные, а настоящие профессионалы делятся секретами мастерства. Рассказывают, какие бывают виды экспертиз и как благодаря современной криминалистике можно раскрыть даже самые запутанные преступления. ДНК на сегодняшний день один из видов исследований актуальных, потому что след ДНК, его спрятать невозможно. На место происшествия криминалисты всегда выезжают с чемоданом в руках. А что же там внутри, спрашивают школьники. А здесь и дактилоскопические порошки, и полимерные пасты, еще пленки, химикаты, кисти и криминалистические линейки. Все необходимое для мобильной работы. И вот уже ученики пробуют себя в роли экспертов. Там еще сейчас нанесу свои. Преступление раскрыто, не будет, следы испорчены. Сергей Павин – ветеран МВД, эксперт-криминалист с 20-летним стажем. Первый опыт работы получил в Тюмени, еще в лихие 90-е. Поэтому сколько раз он выезжал на места преступлений, сколько провел экспертиз, и не сосчитать. Резонансных, интересных дел было много. И, в общем-то, приятно на сегодняшний день вспоминать, что и я приложил какую-то свою работу, какую-то часть себя для раскрытия этих преступлений. Татьяна Павина и Дмитрий Цистан – действующие полицейские. Каждый из них может провести любую из 6 традиционных видов экспертиз. На помощь им приходят различные технические устройства и оборудование. Те самые наши папилоны, по баллистике оборудования очень много интересного. Это очень современное. Но все равно, как бы ни была современная наука, без человека это все, так скажем, бесполезно. Все-таки основное, как и 105 лет назад – и до сих пор остается это эксперт, его глаза, его мнение и его опыт. Пообщавшись с настоящими профи своего дела, ребята убедились, насколько интересная и ответственная работа у криминалистов. Я узнала, как на самом деле берутся отпечатки, откуда они вообще знают, то, что, чей это отпечаток, как берутся отпечатки следов, как вообще сканируют их, изучают. Работа криминалистов, на мой взгляд, сложная, но интересная. И кто захочет работать криминалистом, тому нужно учиться постоянно, потому что преступники тоже развиваются. В этом году экспертной службе МВД исполняется 105 лет. И без нее сложно представить деятельность полиции. Ведь благодаря своему нестандартному мышлению и фантастическому вниманию к деталям, криминалисты способны раскрыть даже самые загадочные и сложные преступления. Татьяна Бойко, Руслан Шаниязов, новости Муравленко. Новый взгляд на классику представили зрителям актеры театральных студий «Луч» и «Балаганчик». На сцене Центра «Сибирь» прошла премьера спектакля по мотивам романа Александра Пушкина «Капитанская дочка» в современной интерпретации. Санкт-Петербург, 1772 год. Офицер Петр Гринев отправляется на службу в Оренбург, но по пути попадает в метель. Утомившись в дороге, Петруша засыпает, и ему снится пророческий сон. Это не мой батюшка! Почему я должен целовать руку этого мужика? Все равно ты должен! Это твой разрешенный отец! Я не буду! Поцелуй его руку! Я не буду! Поцелуй! «Капитанская дочка» – это история человеческих отношений в рамках исторических событий. Исполнители главных ролей Тарлан Исетов и Кира Покрышкина постарались рассказать о любви, которая способна преодолеть любые трудности. Петр Андреевич, меня отправляют одну в Оренбург. Будьте же и вы счастливы. Может, Господь и приведет нас увидеться. Ежели нет, прощайте.
Для меня «Капитанская дочка» – это произведение о мести. Я считаю, что все равно, несмотря на все преграды и несмотря на любовь, которую испытывал главный герой к героине, он смог отомстить за свою родину, за Оренбург. Поэтому я считаю, что это произведение именно об этом. Для меня произведение «Капитанская дочка» – это история любви, потому что, на мой взгляд, Гринёв бы не смог преодолеть те обстоятельства, которые у него были, если бы не был влюблен в Машу Миронову. Классика не всегда бывает интересна молодому зрителю, поэтому режиссер Юлия Батурина пошла на эксперимент. Прямо на сцене герои переписываются в социальных сетях и обсуждают происходящие события. Ребята молодцы все, мы меньше чем за месяц поставили еще один спектакль, который идет 1:15. Это на самом деле, я им хочу сказать большое спасибо, они все большие молодцы. Вся команда, которая работала над этим спектаклем, все. Необычность подачи и смелые режиссерские решения сделали свое дело. Классическую историю поняли даже те, кто не читал «Капитанскую дочку» в оригинале. Необычные эмоции. Честно, мы не читали «Капитанскую дочку», но вот в такой постановке было достаточно познавательно и интересно. Думаю, ну, точно можно понять, какой сюжет и вот все в этом духе. Вот эти вспышки, вот эти цвета всякие, прям все яркое такое. Все красиво. Очень. Актеры сыграли очень хорошо. Мне очень понравилось. Приду еще на такой спектакль с удовольствием. Татьяна Максимова, Антон Иванов, Андрей Нагибин, Руслан Шаниязов. Новости Муравленко. В городской библиотеке запустили новый проект «Вдохновение города». Поэты и прозаики представили свои произведения на литературном квартирнике, а гости мероприятия смогли задать вопросы авторам. У пишущих муравленковцев появилась возможность декламировать свои произведения широкой публике. В городе стартовал новый библиотечный проект «Вдохновение города». Это уникальная площадка для авторов-любителей, где они могут делиться своим творчеством, обмениваться опытом и создавать новую культуру слова на Ямале. Нам удалось собрать самых активных пишущих горожан, те, кто вот с удовольствием отозвался и на наш литературный конкурс, и с удовольствием отозвался на эту встречу. Был активным, читал стихи, коммуницировал со зрителями, но еще есть очень много вдохновленных, ищущих, думающих, но тех, кого нужно еще найти, их нужно открыть. Они не всегда о себе заявляют сами, поэтому мы в поиске. Мы хотим не просто собрать всех талантливых писателей, но попробовать издать сборник с их участием. Мы сделаем этот сборник в конце года. Это будет замечательным подарком к 40-летию города нашего. Новый проект открыли литературным квартирником. Участие в нем приняли около 30 влюбленных в художественное слово муравленковцев. Здесь они читали свои произведения, отвечали на вопросы публики и делились впечатлениями от услышанного. Стихотворение Светланы Добрянской в «Муравленко» знакомы многим. В каждую строчку своих произведений она вкладывает душу. Поэтесса стала победительницей первого литературного конкурса «Своя строка», который прошел в рамках проекта «Вдохновение города». 6 лет назад у меня появилось ощущение того, что мало света в моей душе, потому что какая-то рутина, дом, работа. И я начала писать стихи о том, как прекрасен этот мир. Я начала подмечать облака в небе причудливых форм. Я начала обращать внимание на то, как поют прекрасно птицы, что они радуются каждому дню. И нам также, людям, нужно учиться у них радоваться. Призер конкурса «Своя строка» учитель русского языка и литературы 3-й школы Елена Проскурякова убеждена, такие мероприятия нужно проводить в первую очередь для молодежи. Радует, что ребята молодые, они действительно серьезно пишут. Это не просто подбор каких-то рифмованных слов, это серьезные на самом деле произведения. И это очень радует и удивляет даже. Лицеистка Юлия Абасова писать стихи начала, обучаясь в средней школе. Девушка играет в театре и ведет активный образ жизни. Когда перешла в лицей, почему-то появились новые эмоции, новые ощущения, новые люди. Стихи стали более серьезными, более чувственными, я бы сказала, даже более откровенными. И почему-то захотелось поделиться своими ощущениями, поделиться эмоциями с людьми. Инициативу авторской группы проекта поддержал ямальский писатель-фантаст Артем Пасохин и автор популярных романов «Яся Белая». Анастасия Попова, Руслан Шаниязов, новости Муравленко.
Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте muravlenko24.ru и в социальных сетях.